Государство выполняет три основные функции, а именно: законодательная функция осуществляется путем принятия обязательных правил, то есть законов. Исполнительная функция достигается применением или исполнением законодательных актов. Судебная функция выражается путем урегулирования споров, возникающих в процессе применения и осуществления нормативных актов. Согласно Конституции, каждая из трех функций государства осуществляется органами публичного управления, а именно: законодательную власть осуществляет парламент Республики Молдова, исполнительную власть осуществляет президент Республики Молдова, правительство Республики Молдова и органы публичного управления. Судебная система обеспечивается системой судов, представленных Высшей судебной палатой, Апелляционной палатой и обычными и специализированными судами. Между ветвями государственной власти должно быть четкое разделение и равновесие, что является условием социальной гармонии, гарантией свободы и препятствием для захвата государственной власти и злоупотребления ею. Следовательно, между тремя конституционными ветвями власти должна быть взаимосвязанность, чтобы ни одна из них не превалировала над другой. В то же время власть осуществляется от имени народа, компетентными органами, которые, если бы они были полностью разделены, не смогли бы осуществлять даже свои непосредственные полномочия, тем более государственную власть. Другими словами, органы публичного управления наделяются в соответствии с Конституцией, высшим законом государства, определенными полномочиями, а не государственной властью как таковой. Республика Молдова является парламентской республикой. Даже если президент напрямую избирается народом, главой правительства является премьер-министр, уполномоченный парламентом осуществлять исполнительные функции в государстве. Правосудие должно быть независимым от других ветвей государственной власти. Конституционный суд Республики Молдова, как орган, осуществляющий конституционную юрисдикцию, является независимым по отношению к трем ветвям власти. Он подчиняется Конституции, гарантируя верховенство Конституции, обеспечивая реализацию принципа разделения власти в государстве, а также ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством.